Спонсор программы «Капли Акуметил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акуметил. Здоровье и сияние ваших глаз. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Спортивный день чемпиона мира по современному пятиборью Олега Наумова расписан по минутам. Утром тренировка легкоатлетической и фехтование, в обед плавание и стрельба, вечером верховая езда. Все движения нужно довести до автоматизма. Накану медали чемпионата страны и путевка на чемпионат Европы. Тренер Михаил Половинкин своим спортсменом доволен. Специалист работает с ним еще с юниорской сборной России. Он сразу, как бы, можно сказать, полслова понимает поставленную задачу и выполняет. Олег вот на сегодняшний день считается одним из быстрых стрелков даже в мире, можно сказать. Ну, характер Олега очень, он прям, ну, как вам сказать, с детства отличался, то, что бойцовскими такими характерами, такой настырности. Сейчас основной упор на тренировках сделан на фехтование. На последних соревнованиях в чемпионате мира именно в этом виде спорта Олегу Наумову не удалось набрать победные очки. В итоге второе место на пьедестале почета. Результат, который он показал на чемпионате мира, это результат его труда. То есть мальчик очень способный, большие перспективы. Если конкретно по фехтованию, то у него очень сильная контратака, хорошее чувство дистанции. Вот, он очень агрессивный на дорожке. А это очень важно, то есть человек должен быть бойцом, потому что если внутри нету стержня, фехтовальщик как таковой не состоится. Звездная карьера пятиборца у Олега Наумова началась 4 года назад. Тогда он выиграл личный чемпионат мира среди кадетов, Кубок России и эстафету на чемпионате мира. Есть цель, это Олимпиада. В этом году, как бы, на Олимпиаду в Рио уже, я думаю, то, что я не поеду. Есть олимпийские лицензии, именные, и можно их заработать по рейтингу. По рейтингу, как бы, я бы ее заработал, если бы мне дали выступить в личном первенстве на чемпионате мира. А мне поставили в эстафету. То есть, ну, это решение было старшего главного тренера, от меня как бы ничего не зависело. Впереди сразу несколько чемпионатов Европы и мира среди вооруженных сил. Ведь самарец служит в спортивной роте российской армии. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.